I walk alone, I walk alone. Вот здесь можно было бы рисовать. Здесь во время дождя. Никому это не надо. А лучше всего на стенах грязных, обмызганных, вандалистских стенах, которые офигенно уродливые, рисовать пейзажи красивые. Вот интересно, жизнь меня ничему не учит. Я сейчас подойду, спрошу, она меня пошлет, скажет: ты маньяк, ты психопат, ты придурок, ты псих, ты урод, пошел вон. Если я расскажу ей эту идею, мне не до этого, россиянка. Если есть какая-нибудь страна, где мою идею воспримут, пожалуйста, призовите меня туда. Я буду 1-2 раза в день питаться простой пищей. Мне просто хочется делать что-то хорошее. И все. И мелки простые. И все. В России я... меня уничтожат просто скоро. Добрые люди. Это не шутки. Сейчас покажу, как пишется на... Где меня найти? В каком аутсайдер арт? Моя группа ВКонтакте. Художник. Алёнинцы. Никому не нужен. Это в 2013 году было нарисовано и до сих пор надержится. В общем, я предлагаю идею, кто может на английский язык, приведите. Я сделал видео, где конкретно рассказал, как происходит преображение из отморозков безопасного, нормального гражданина, ну, не гражданина, а человека, блин, который не будет вам никому причинять вред, который не будет садистом, не будет еще кем-то. Переведите, пожалуйста, на английский язык, на японский, на китайский. Может, в Китае это воспримут идею. Может, они украдут эту идею, но хотя бы украдут. Сейчас покажу вам рисунок. Еще один антивоенный. Мне тревожно, страшно. Наверное, там уже что-то испортили. И вот на него даже никто не обращает внимания. Смотрите, взяли, закрасили арм. Почему не закрасили остальные? Взяли, испортили. Постепенно, полностью испортят. Я уже не прошу форсить этот рисунок. Я уже устал, апатия. Хотя бы то, что меня пока что не трогают за него, уже за то спасибо, но он никому не нужен. Короче, я просто родился в дыре. Или я просто бесталантливый, что не могу донести до людей. На самом деле, спреть сюда любой талантливый художник, хоть Жак Фреско, его ни хрена не... или Жак Фреско, или хоть Леонардо да Винчи, никому он нахрен здесь не нужен, будет его втопчет. Так всегда делали в России, если почитать историю. Всегда втаптывали в грязь, уничтожали. Даже фильм этот, там типа, изобрел, что-то там, крылья сделал. Так я его на бочку с порохом посадил. Пусть чай полетает, хе-хе-хе. Ну нельзя же так с изобретателями. Это ведь реально. Это ведь реально до сих пор. И 500 лет пройдет, ничего не изменится, менталитет не изменится. Мне кажется, что сейчас этот чел меня и забьет за антивоенный рисунок, блин. Потому что я не понимаю, таблетки меня тревожно.
А мне защититься нечем. Что делать? Сейчас подожду, пока не пойдет. Он так посмотрел на меня, но не стал бить. Просто. Наверное, он не знает, что это я нарисовал на тебя, но так бы избил меня. Блин, я просто тень этого мира. Пойду в одиночестве дальше рисовать. Мне закрыт этот мир для меня. Мне нельзя подойти никуда.